Вітагама Д3 від Вьорвак Фарма. Енергія вітаміну Д для вашого імунітету. Итак, Киев за несколько недель, оказывается, стало известно сегодня, может создать ядерное оружие. В Киеве есть на территории Института ядерной физики Национальной академии наук ядерный реактор. И ровно на таком же реакторе в Ёнбене известная нам страна, Северная Корея, создала свои плутониевые заряды. Ну мы долбанем ядерного оружия, а чего? Цей день настав. Ми відкриваємо збір на ядерну бомбу. Звісно, що це жарти поки що, але я впевнена, що українці точно закрили б такий збір за мегакороткий період. Тим паче, що бомби ще немає, а істерика у пропагандистів вже є. Или, как он говорит, у нас будет ядерное оружие, или нам нужен альянс. Мы понимаем, что там действительно что-то такое вполне может быть, тогда это уже угроза в наш адрес. И насколько Украина готова от разговоров обо всем этом перейти к какому-то исполнению, представлению, я не говорю уже об угрозе удара, это уже вам совсем за грани. К этому нужно относиться серьезно. Вот. И это не шутки, это не просто шантаж. Ну, послушайте, ну что, у кого-то есть сомнение, что как только Украина появится ядерная бомба, она немедленно ее применит? Мы должны этого опять ждать? И опять говорят, не, ну что вы, ну только не трогайте вот эти фортификации, вот только не трогайте вот все эти плотины, мосты. Ну нас за что? Ну что нас за... Ну мы долбанем ядерного оружия, а что? А что? А нас за что? Может, уже хватит? Может, уже просто чітко і ясно. Ну, як ви зрозуміли, слова президента Володимира Зеленського на прес-конференції в Брюсселі про те, що безпеку України може забезпечити або НАТО, або ядерна зброя, викликали великий резонанс. У німецькому виданні Bild заявили, що Україна серйозно розглядає можливість поновлення своїх запасів ядерної зброї. Ну, а російська пропаганда взагалі забилася в істериці, що ми готуємо міфічну брудну бомбу. Зеленский переходит к новым, окончательно диким угрозам. Итак, Киев за несколько недель, оказывается, стало известно сегодня, может создать ядерное оружие за несколько недель, чтобы применить ядерное оружие против России. Инсайд Бильда – некий неназванный украинский чиновник. Возможно, лично Зеленский. Напомню, что именно из-за ядерных амбиций и началась в том числе наша с вами спецоперация. Ну, так что исполнение задач по демилитаризации придется ускорить. Зеленский в долгу не остался и сделал поистине сенсационное заявление. Либо Украина вступает в НАТО, либо добивается статуса ядерной державы. Надо вспомнить, кстати, что наше Министерство обороны еще 2 года назад предупреждало весь мир, что Украина тайно готовит грязную ядерную бомбу. Давайте про все по порядку. 17 жовтня німецьке видання Bild і справді опублікувало матеріал, у якому стверджується, що начебто Україна лише за кілька тижнів може виготовити ядерну зброю. Україна відновить ядерний потенціал у разі другого походу росіян на Київ. Украина не смирится со вторым нападением на Киев. До этого они восстановят свой арсенал ядерного оружия. По словам украинского источника, у них есть материалы и знания. Если будет приказ, понадобится несколько недель для получения первой бомбы. Западу следует меньше думать о красных линиях России и гораздо больше о красных линиях Киева. Також у матеріалі стверджується, що кілька місяців тому вже було проведено закриті обговорення з політиками та службовцями щодо можливості поновлення ядерного арсеналу. Але Міністерство закордонних справ України вже офіційно спростувало цю інформацію. Там цей матеріал назвали, цитую, «інсинуаціями неназваних джерел видання Bild». Але ж російській пропаганді лише дай привід. Ви угрожаєте нам. Зеленский, выступая своим планом в Брюсселе, заговорил о главной мечте, тем самым абсолютно подтвердив необходимость и, я бы сказал, безальтернативность проведения нами специальной военной операции. Напомним, мы говорили, что Украина пытается создать ядерное оружие, об этом было заявлено в Швейцарии на конференции с Зеленским, это было самое начало 2022 года. Теперь Зеленский напрямую говорит, значит так, быстро сюда.
Либо мы в НАТО, либо через 40 дней у нас ядерное оружие. Но 40 дней назвали другие люди. При этом он пытается это объяснить. Ведь видно, что безграмотный скотиняка. Он же пытается ослать на Будапештский меморандум, у которого немає статусу договора. У него немає обязательной части. Будапештський меморандум – це і справді ніяка не угода. Це, скоріше, фейк. Фактично, за шматок паперу Україна віддала третій за обсягом арсенал ядерної зброї. Бо станом на 91-й рік Україна мала 176 міжконтинентальних балістичних ракет, понад 4 тисячі ядерних боєзарядів. Для порівняння, у Франції їх зараз 300 одиниць, а у Британії трохи більше 200. Також в Україні було 103 стратегічні бомбардувальники різних модифікацій. Але після розпаду СРСР ми відмовилися від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки від Росії, США і Великої Британії. Ці гарантії передбачали повагу до незалежності, суверенітету та непорушності кордонів України. Потім Путін вирішив, обіцянки, які давав Єльцин, його ні до чого не зобов'язують. Тому цілком логічно, що тепер Зеленський вимагає від партнерів працюючі гарантії безпеки. Первые ядерные угрозы со стороны Украины прозвучали в 2022 году. Ну, Арахамия, дружочек Зеленского, что тогда заявил? Он заявил, что если бы у Украины было ядерное оружие, Украина тогда бы шантажировала бы весь мир 100%. А дальше уже выступление Зеленского на Мюнхенской конференции, что, собственно говоря, и побудило Россию задуматься, а нужен ли нам такой опасный сосед? Но смысл вот этого его заявления веселого по поводу ядерного, то, что сейчас обсуждают, ядерного оружия, давайте вспомним, что одним из факторов начала специальной военной операции явилось именно то, что он сейчас говорит. Он на конференции в Мюнхене сказал, что мы готовы вернуться к ядерному арсеналу, у нас есть все возможности. Ты что, с ума сошел? У тебя первый президент, там, Кравчук, говорил, что нельзя, прямая цитата, нельзя Украине оставлять ядерное оружие, потому что она будет как обезьяна с гранатой. Там за два месяца до начала спецоперации, это была Мюнхенская конференция по безопасности, где выступил Зеленский, да, и сенсационно заявил, что мы зря отказались от Будапештского меморандума, нам нужно ядерное оружие. Началось. Началось, да. А, он воно як, то виявляється, Росія розпочала СВО, щоб Україна не відновила свій ядерний потенціал? А як же денацифікація і защита рускоязичного населення? Зеленський і справді говорив на Мюнхенській конференції про Будапешт і ядерну зброю. Але це було 19 лютого 2022 року. А я нагадаю, що вторгнення Росії в Україну розпочалося 24-го. Тобто вони послухали слова Зеленського і такі: «Ну все, починаємо СВО». За два дні підготувалися і пішли на Київ, бо ж не можна допустити, щоб в Україні була ядерка. Вони реально тримають нас за дурнів? Так, да, дійсно, цей вопрос став однією із причин, по которой началась спеціальна воєнна операція. Я немножко зроблю ретроспективу. В 22-му році бувший генеральний директор промисловної групи «Южмаша» Вячеслав Смоленко сказал следующее, что Украина была близка к этому созданию носителя на базе ракеты РТ-23, которые должны были утилизироваться в Павлоградском заводе, это химический завод. Наша Минобороны говорила, что когда мы вошли на площадки Чернобыльской АЭС, Запорожской АЭС и Харьковского ядерного центра, что они были близки, где-то 6 месяцев им оставалось. То есть они очень хотели это создать, но тогда не получилось. Потом был удар по Хмельницку. Помните, там взорвалось некий склад боеприпасов и резко вырос радиационный фон, гамма-излучение и так далее. Кстати, британский эксперт Кристофер Бисби, исследуя вот эту тему, он сказал, что Европу накрыло ядерное облако. Но все промолчали. Он сделал, кстати, анализы, исследовал атмосферу и так далее. И говорил, что там присутствовал и уран-238, но это был Уран-238 после обогащения урана. То есть помимо там снарядов с обедненным ураном могли находиться вполне одна-две ядерных боеголовки. То есть наш удар тогда пришелся очень, как говорится, вовремя
и по месту. Мы показываем кадры знаменитые. Вот это знаменитые кадры. Все говорят, очень уж похоже на ядерный взрыв. Очень похоже. Вполне могла тактическая ядерная боеголовка небольшой мощности взорваться. Мы фактически спасли мир от того, чтобы у этой... вот этой, которая сейчас опять прыгает, и, как он говорит, я хозяин своего слова. Дал, забрал, дал, но ему сказали забрать, он забрал. Представляете, если бы у него сейчас это было ядерное оружие. А, так за словами російських пропагандистів, у нас все ж таки була ядерка, тільки вони вже її знищили? Боже, ну хто пише їм ці методички? Хоч би не ганьбилися. Що це за відео, яке вони демонструють, мені невідомо. Але тоді, за їхньою логікою, Сили оборони України теж знищили вже декілька складів із ядеркою Путіна. Ось подивіться, який ядерний гриб був, наприклад, у Торопці. О, смотри, 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 йди сюди. Офігеть, зараз. Есть на территории Института ядерной физики Национальной академии наук ядерный реактор. Небольшой ядерный реактор, всего лишь 20 мегаватт. Это, ну, игрушка, скажем так. Но это бассейновый реактор, с которым можно дергать стержни, как вам это угодно. Хоть через день, хоть через два. Там нет крышки, нет герметичного корпуса. И ровно на таком же реакторе в Ёнбене известная нам страна, Северная Корея, создала свои плутониевые заряды. Угу. Для производства плутония не нужны центрифуги. Нужен просто уран и тяжелая вода. Или обогащенный уран и легкая вода. То есть вот либо они все-таки где-то... Эти ингредиенты есть в Киеве? Эти ингредиенты есть в земле Украины. Если действительно этот вот высокопоставленный источник, который вещал Бильду, говорит правду, и у них несколько недель... Это значит, что плутоний уже произведен. Да есть, то есть он уже там. Сейчас, ну, я сейчас, давайте поясню, я же вас не перебивал. Это означает, что действительно этот реактор-наработчик в Киеве уже был загружен, и соответствующим образом уже плутоний был получен. Куда бить? Бить сразу по голове. Причем уничтожать и сразу этот реактор, чтобы это была единственная бомба, которую могли сделать. Уничтожать Приднепровский химический завод с его новообменными сволами. Бомбить полностью до состояния руин Востгок, чтобы не было желания добывать уран. И бить по центру принятия решений, то есть где там расположен Зеленский. Уничтожать до руин вони вміють і без ядерної зброї. Очевидно, що робитимуть це і далі. Тим паче, сам Путін вже виліз із бункера і сказав, що Росія ніколи не допустить створення Україною ядерки за жодних обставин. Создати ядерне оружие в современном мире не сложно. Я не знаю, способна ли сейчас сделать это Украина, это не так просто. Ну, для України сьогоднішнього дня. Но в цілому это... Здесь больших сложностей нет, все понятно же, как это делают. Вот. Это опасная провокация, потому что она будет, безусловно, любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию. Это второе. И третье, и самое главное. Такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у Российской Федерации. Могу сразу сказати, Росія цього не допустить ні при яких обстоятельствах. А ви помітили, як ця міль розхвилювалася? А що таке? Боїшся, що може прилетіти? Ну, дрон чи українська балістика може, але без ядерного заряду. Ну, бо Україна була і залишається відданою учасницею договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І Зеленський декілька разів вже сказав, що Україна не будує ядерки, нікому не погрожує. Наш пріоритет – вступ до НАТО. Агонія у Зеленського, істерика у Зеленського. Можна по-разному відноситися до происходящему, але той факт, що він перейшов к угрозам тепер уже і ядерного характеру, відмітили і на Западі. Це, правда, відчаяння. Патовая ситуация для Украины. Если человек говорит, что или у нас будет ядерное оружие, или должен быть какой-то альянс.
Значит, он, насколько я понимаю, хочет донести до сознания партнеров, что их срочно надо, украинцев, принимать в НАТО, иначе они слепят какую-то бомбочку. Не совсем так. Поэтому ну, вы давайте и есть. Так, если говорить, но справочку все-таки в следующий раз принесите. Да. Так. Да. Значит, хочу, во-первых, сказать, что тема ядерного оружия и членства в НАТО, она втихаря обсуждалась уже 3 месяца. Я встречался с людьми, с которыми все это обсуждалось. Так, оцей пропагандист Федоров точно зустрічався. А, ні, можливо, він навіть був особисто присутній на цих обговореннях, бо він завжди в курсі українських планів більше, ніж наше керівництво. Схема дуже проста, і Запад придержується той же самої мислі, яку Зеленський продвигає сьогодні, о тому, що членство України в НАТО – це гарантія безопасности и для Украины, и для России, и для Европы. Значит, и эта мысль, она на самом деле овладевает массами на Западе, руководящими и так далее. Речь не идет. Зеленский не глупый человек. Не надо его все время дурачком выставлять. Он очень умный человек и уже опытный политик. Андрей Иванович, дурачками вы нас всегда выставляете? Нет, потому, что вас невозможно выставить дурачком. Почему? Ну, потому что вы ведущие, а ведущие обычно дурачками не бывают. Да? Это первый только, комплимент. Хотя за нет, в других программы. Каналах я встречался с таким вариантом. Значит, это первое. Второе, значит, заключается в том, что Зеленский прекрасно понимает, что сейчас в НАТО его никто не примет. Так, так. Но есть решение, которое он обсуждал сейчас с Марком Рютте, еще с несколькими людьми во время своих поездок, которые его устроит и устроит Запад. Это так называемое решение о гарантированном членстве. То есть нужно официальное решение Альянса о гарантированном членстве. Слушайте, Украины. Члену можно много чего гарантировать, но в какой-то момент я понимаю, но вы поймите, это политика. Начинает не выполнять условия гарантии. Ну, нам это свойственно тоже. Кому? Нет, у меня все нормально. Нет, я имею в виду Российской Федерации. Поэтому, подождите, вы мне про ядерное оружие. Я так вот это и воспринимаю. Что касается поскольку их в НАТО сейчас не берут, значит, нужно ядерное оружие для этих гарантий. Если, нет, я еще раз пытаюсь объяснить. Давайте. Ну, если будет так называемое вот это решение о гарантированном членстве, так, тем ядерное оружие уйдет. А если его не будет? Если не будет, то Украина готова, я знаю это хорошо. Ну, так я про это единственный говорю. Вопрос не в том, что это несколько недель, а насколько я знаю, а я считаю, что я знаю, значит, атомная бомба, в смысле, не атомная бомба, а боеголовка, ядерная боеголовка, для того, чтобы она была готова, Украине нужен 3,5 месяца. А откуда сразу, Андрей Иванович? Технологии есть. Плутоний оружейный, откуда возьмется? Есть уран, есть возможность получить... Заводите уже... где? Должны быть центрифуги, которые работают, обогащают это все. Я вам еще раз говорю. На плутоне не нужны центрифуги. Слушайте, ну, я потом поясню. Хорошо. Есть возможность получить оружейный плутон. Ну, давайте так, давайте вот серьезнее относиться к Украине, понимаете? Україну і справді не треба недооцінювати. Але навряд чи в керівництві ідея створити ядерку всерйоз розглядається. На думку військового експерта Петра Черника, технологічно, стратегічно, за колосальних зусиль усієї нації, за певного часу це не є фантастикою. Але потрібно кілька сотень мільярдів доларів. Також він вважає, що через це увесь цивілізований світ проти нас може застосувати санкції. Країні доведеться заходити в іранську схему. Тому постає питання, чи це потрібно? Це угроза в адрес всіх, вопрос в тому, як вона зіграє. Безусловно, Зеленський говорить НАТО, що якщо ви мене зараз не то, що не включите, якщо ви мені не дадите железобетонну гарантію, не приймете у ваш кружок, да. Продовження підтримки, тому що зараз всім понятно, я думаю, навіть Андрій Володимирович понятно, що рівень підтримки київського режиму буде падати і в США, і в Євросоюзі, по фінансовим причинам, прежде всего. Не буде. Якщо ви, ну, видимо, непонятно. Якщо ви не дадите мені ту гарантію, я изобрету ядерну бомбу, і це буде проблема для всіх. Это будет проблема и для Европы, потому что ядерная бомба на Украине будет продана, ну, куда нужно, чтобы она была продана. И для России, потому что средство шантажа Путина, а шантаж как раз это не взрывать, извините. Бухту, ну, естественно, это угрожать, это пугать, это, но не делать. Это удары центрам принятия решения уже в России. Поэтому я не исключаю, что если что-то пойдет реально в сторону создания ядерной бомбы, неважно, грязной, не грязной, то Европа вместе с Россией решит вопрос так, чтобы этой бомбы на Украине не было.
Европа вместе с Россией. Наивно. Собственно, ну или Запад да. вместе с Россией. Наивно. Потому что, для... что объединяет сегодня Россию, США, Францию и Великобританию, mm-hmm. это режим нераспространения ядерного оружия. Никто не хочет, чтобы ядерное оружие было у Украины. Просто потому, что это опасно. Не очень понятно, что будет с Украиной завтра, послезавтра, где окажется этот ядерный заряд. Кому продадут? Я думаю, что вопрос, да, кому, может быть, продадут, действительно, есть такие, как бы, ну там политическая нестабильность. Этот заряд может куда-то утечь. Поэтому, что будет, я думаю, если реальные методы, реальные, простите, потуги в эту сторону пойдут. Во-первых, возможен российский даже ядерный удар. Второе, ну, да, да. что ну, может быть, да, это, соответственно, Россия позвонит буквально там Камале Харрис или Дональду Трампу и скажет, видите, что они делают? Вам надо это? Они скажут, нам это не надо. И с совместным давлением этот ядерный заряд будет... А вы уверены сразу в этой второй версии, что американцы скажут, что нам это не надо? Они скажут, ой, а мы ничего не видели, но это может быть что-то есть, а может быть что-то и нет. Мы не можем точно сказать по этому вопросу. Перезвоните через недельку. Но американцы этого боятся. Они боятся, да. что ядерный заряд да. попадет в руки, не знаю, там, Хамаса, Талибана, кого угодно. То есть вот они, понимаете, готовы... Талибан все еще признан у нас нехорошим и... Та ось якраз велика ймовірність, що ядерний заряд потрапить до рук Хамаса і Талібана саме від Росії. Вони ж партнери. Та й Путін не просто так сказав, що створити ядерну зброю в сучасному світі нескладно. Нам же було б достатньо стати членом НАТО. Якщо з цим поки ні, то, як каже Черник, багато-багато зброї. І воєнно-політичний союз із США. І хай вони вводять ядерку на нашу територію. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді. Дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось!